ним! Нам за ним не угнаться, Илай! Для них это как игра! О, теперь становится понятно, почему это так прикольно. Трикси, Корт, отрежьте ему путь! А просто самоотверженно прикроет тыл. Ой! Ай! Его и сейчас не поймать. Представьте, что будет, когда он трансформируется. Эта гонка обречена. Нам никогда не удастся перескочить через обрыв. Мы сделаем это! Я как раз недавно модернизировал наших железных коней. Попался! Они только что прошли техобслуживание! Ты не прикрепил пару крыльев? О, отличная идея! Знаешь, что-то я не сильно впечатлен этими модернизациями. Можешь не дергаться, Пронто! Я пытаюсь вытащить, пытаюсь... Ну вот, видишь, я же говорил, эти арахнецкие слаги словно заноза. Да, вот только этот слаг спас нас. Если бы не паутина, нас бы тут не было. Что-то я стал сомневаться в твоей квалификации, мистер Пещерный Тролль. Ты же гуру в том, что касается техники. Что случилось? Я не знаю, что случилось. Я тут не виноват. Что ж, возможно, если бы ты тратил меньше времени на то, чтобы подшучивать над Пронтом. Глупостями не занимаюсь. Ну, вообще-то... Пещерная кукуруза! Чудесно. Сэндвич. Не знаю, Пронто. По мне это очень забавно. Теперь вернемся к коням. Что же спровоцировало это падение? Слазы еще раз под капот. Турбоконнекторы в норме. Коробка передач тоже. Термомуфты в рабочем состоянии. Я в тупике, да. Мой приятель Грендель, главный инженер в кузнице Western Mechanics, так что мне первому устанавливают всякие навороты. Наши кони в прекрасном состоянии. Этого точно не должно быть. Что если отвезти их обратно в мастерскую? Пусть посмотрит, что не так. Что я сказал? Ты же знаешь, какие тролли гордые. Он скорее съест токси слага, чем признает чьё-то превосходство. Корт, ты должен лицом к лицу встретиться со своими комплексами. К тому же, оповести ты кузницу о серьезной проблеме, разве ты не станешь для них героем? Да, возможно. Тогда решено. И хотя на пути нас могут поджидать опасности, храбрый Пронто проведет вас к Western Mechanics. Ух ты! Вот это размах! Вот видишь, я сказал, что смогу провести вас к Western Mechanics. Да, хотя тут кругом полным-полно указателей. К тому же, она на высоте полмили. И тем не менее, я нашел. Western Mechanics. Да, мы пришли к Грендалю.
Чем могу помочь? Мне нужен главный инженер. Вам повезло. Это я. Меня зовут Дариус Йорман. Я новый главный инженер. А где Грендель? Он здесь больше не работает. Не работает? Хм. Ну, может, кто-то посмотрит наших коней? Мы из-за них чуть не погибли. Что, правда? Я перенастроил сцепление, промыл гидравлику, даже заменил сальники. Хм. А ты не пробовал включить-выключить? Шутка. Ты говоришь, проблемы начались вчера? Я сделал апгрейд на прошлой неделе и провел диагностику, но... Подожди-ка, ты уже сделал апгрейд? Как это возможно? Я продвинутый тестировщик. Новые детали отправляются мне намного раньше, чем кому бы то ни было. Ух ты! Повезло тебе! Проведите диагностику третьего уровня. Только полную. Да, сэр. Как насчет экскурсии, пока мы ждем? Я бы посмотрел. Но... А Грендель устраивал экскурсию? Думаю, краткой прогулки по мастерской будет достаточно. И все наше сырье мы импортируем из восточных пещер. Более 400 тонн стали выплавляется каждый месяц. Безотходное производство. Не трогай это. Если не хочешь, чтобы тебя украсила тонна жидкого металла. Я вполне доволен своей головой. Спасибо. Она прекрасна. О, круто! Это ведь сердце железного коня. Которое бьется с такой же силой, какой обладают наши слаги. Прекрасно, не правда ли? Я не знаю, как они это делают. Молекулярная транспортировка? Это было образное выражение. А ты забавная. Значит, все железные кони с Лактеры собираются в Вестерн Механикс? Все до единого. Ух ты. Надеюсь, у остальных владельцев не было таких неполадок. Не волнуйся. Мы докопаемся до причины. Без железных коней с Лактеры лишилось бы надежных транспортных средств. И людям пришлось бы искать другие способы передвижения. Такие как Слактерианский экспресс доктора Блэка. Мы ведь этого не хотим. Ты опоздал. Человек, который заставил меня ждать, отправился на корм моим гулам. Проблемы с отгрузками? Ой, никаких проблем. Кроме того, что меня чуть не убили. Я больше ни за что туда не вернусь, доктор Блэк. Это место противоестественное. И откуда только берутся такие остолопы? Вези это внутрь. Что ж, протестируем потенциал. Еще одна превосходная партия. Я начинаю думать, что наш потенциал может оказаться безграничным. Итак, надеюсь, вы чувствуете себя в безопасности, убедившись в том, как качественно... С какой заботой и любовью мы собираем железных коней? И все? Разве ты не покажешь нам финальную сборочную линию? Закрыто на реконструкцию. Могу показать вам пищеблок и предложить вам много молочных шейков. Что ж, если ты призываешь Пронто побить его собственный рекорд по выпиванию шейков, я принимаю вызов. В этом парне что-то не так. Я ему не доверяю. Брось! Каждый, кто предлагает мне превосходный шейк, мне друг. Так что случилось с Гренделем? Он любил эту работу. Вы, ребята, задаете слишком много вопросов. О, что там такое? Только запчасти. Эй, кто хочет шейк? Пошли, Пронто, я хочу посмотреть, что там. О, ну какой еще шейк? А вы что там делаете? Скорей, сюда! Если Пронто что-то и удается лучше всего, так это избегать опасности. Отметим его способности вляпаться во что-то хуже.
невыносимо! Прощай, мой друг. Ты читаешь мои мысли, Барби. Что ты делаешь? Сражаюсь с огнем с помощью огня. Обратная тяга! Да я тебя расчелую! Ах ты, Слаг! Как ты меня бесишь! Технический журнал Альфа-Джи. Записываю. Инициирую автоголик. Они делают гулов из железных коней. За этим стоит Блэк. О, да. Добро пожаловать в будущее с гулами. Жаль, вы не сможете им насладиться. А вот и пищеблок. И шейки пейте, сколько влезет. Постойте, а где остальные двое? Внимание, посторонние на восьмом уровне. А ведь ты никакой не инженер, да? Не пытайся умничать. Умничать? Можете не беспокоиться. Моему напарнику не знакомо значение этого слова. Не думал, что мой прислужник впутает меня в такую передрягу. Вы забываете, сэр. На самом деле, думаю, этот крот и себя не сможет отыскать. Во-первых, я знаю, где находится мой сад. Во-вторых, вам следует более тщательно выбирать слова. Крот очень страшен в гневе. Умереть! Чем больше вы чешете, тем хуже. Предлагаю нам потихонечку уносить отсюда ноги. А у тебя талант, Элай. Сюда. Постой. Ты чувствуешь этот запах? Нет. Потому что ты не обладаешь таким превосходным нюхом, как я. Запах идет оттуда. Чистящие средства. Залежи тухлого мяса. Смазочные материалы. И... да. Думаю, ты обнаружишь что-то очень важное за этой дверью, мой безносый друг. Отличная работа, Пронто. Не суйте сюда нос со своими вопросами. Не могли просто пройти мимо, как все делают. Ты работаешь на Блэка, не так ли? Отлично. Тогда вам, вероятно, известно, что доктор Блэк не любит оставлять лишних свидетелей. А вы двое ими как раз и являетесь. Лишними свидетелями. Тур окончен! Элай, ты нашел нас как раз вовремя, друг! Это не все, что я нашел. Посмотрите, кто был заперт в подвале. Грендель? Друг, я рад тебя видеть. Не время для сантиментов, юноша. Надо пошевеливаться, пока они не разослали этих железных коней по всей Слактерии. Грендель прав. Надо торопиться. Оу, слишком поздно для этого. Выиграй немного времени. Они только об этом и мечтают. Ты со мной! Ладно, а что тут вообще происходит? Дариус делает гулов из железных коней! Что?
Как можно сделать гула из машины? Они подбираются к энергии в сердечном отсеке. Я видел, как они это делают. Так что будет с нашими железными конями? Сначала они начинают странно себя вести, потом их совсем сносит с катушек, потом... Бух! Они выставили меня недоумком! Что еще хуже, они выставили меня плохим механиком! И потом все взлетит на воздух. Они разошлют эти новинки по всей Слактерии. Ну нет, мы прикроем это. Но сначала спасем наших коней. У меня разрывается сердце, Фернандо. Но я должен предоставить тебя твоей судьбе. Может и нет, Пронто. Что скажешь, Дон? Покончи с ними! Трикси, Корт, прикройте меня! Наши слаги даже не поцарапали эту штуковину! Хорошо быть маленьким. Уравняем шансы. Спокойно, приятель. Спокойно, мальчик. Ха-ха, ты сделал это! Сможешь повторить? Спокойно, бумер. Починили своих железных коней. Рад за вас. Но это ничего не меняет. В конечном итоге, доктора Блэка, вам не остановить. Тебе будет стыдно, когда поймешь, что ошибся. Приступись. Пронто идет на помощь. Что? За кучу мусора. Мне это доставит огромное удовольствие. Итак, что ты там говорил? Фернандо, я думал, с тобой все в порядке. О нет, бежим скорее, пока он не взорвался. Вообще-то, это я. Это моя затея. Припасы я для особого случая. Ты и твои чудесные шуточки. О, дай мне тебя расцеловать. Я готов тебя расцеловать. В смысле, как-нибудь в другой раз. Док, ты отлично поработал. И ты спас наши средства передвижения. О, да, да, да. Конечно. Это последний. Отличная работа, док.
Когда эта история выплывет наружу, люди начнут осознавать, кто такой Блэк. А я рад видеть, что Слактера вновь обрела своего Шейна. Вы согласны? О, Бронте был бы рад спасти положение и на этот раз. Еще одна шуточка напоследок. Оставь для поездки домой. Будет сделано. А если Блэк снова попытается? Мои инженеры над этим работают. Блэк может что-то и выкинет, но я обещаю ему никогда не добраться до наших железных коней. Кажется, наши усовершенствования в железных конях были раскрыты. Печально. В следующий раз мы приложим больше усилий. Не так ли? Вот это темперамент. Пусть наслаждается своей победой, но я терпелив. Очень терпелив. Увеличить производство. А мне понадобится еще больше гулов. Гораздо больше гулов. Слактера. Автор идеи Азаф Фипке. Режиссер Джонни Даррелл. Автор сценария Роб Боджи и Скотт Зонеборн. Исполнительные продюсеры Азаб Фипке, Чак Джонсон, Кен Фейер, Роб Коджи. Художники Энди Пун, Брэд Бин, Дерек Ток. Композитор Брайан Карсон. На русский язык фильм дублирован в 2013 году.